земля устала. То, что мне сейчас вот показали, земля очень сильно устала. Нужна помощь людей. Человек, как часть природы, должна помочь земле в этот момент пройти. Как-то, видимо, есть такие моменты, когда ресурсы земли начинают истощаться. И сейчас, видимо, такой момент. И вот единственное то, что мне сообщили сейчас, и то, что я на себе почувствовал. Просто сказали, что земля устала. Я думаю, уже думаю, это уже не видение, а думаю, что сейчас людям надо обратиться именно на духовное возрождение, обратить внимание на духовное возрождение. Мистика, мистика, эзотерика, эзотерика, но все равно человек должен обратить именно внимание на духовное развитие.